Йоу, всем привет, Пингвин на связи. Хотел бы вам показать, как я написал одну из последних своих работ, которая будет называться I'm Not Afraid. Но прежде чем рассказать, как я написал, давайте ее быстренько послушаем, какие тут основные идеи, мотивы. Поехали. Прошу прощения за то, что подлагало немного. Это у меня тут просто компьютер очень сильно загружен, поэтому бывают приколы. Итак, как вы могли услышать, здесь самый интересный звучок, это который в припеве. Вот этот вот. Вот он, поняли. В чем фишка вообще всего этого проекта? Я увидел один конкурс, где чувак предлагает из его сэмплов создать полностью трек. Сейчас я вам покажу, как выглядит его сэмпл-пак и какие вообще звуки были возможны для того, чтобы с ними что-то делать. Так, ага, вот он, вот сэмпл-пак. Здесь есть бас, барабаны, гитара. Вот давайте послушаем барабаны. То есть это просто записаны на микрофон различные звучки. Вот, и, соответственно, барабанную партию я полностью написал из вот этих барабанов, которые здесь были записаны на просто микрофон. Получилась она у меня вот такая. Мне очень понравилось. Ну, ничего там сложного нету. Просто опускаем, поднимаем вот звуки, которые были. Самое, что я хочу вам показать интересное, это то, как я вот этот звук сделал. Сейчас будем все по полочкам, буду вам показывать. Смотрите. Значит, вот мы видим название сэмпла. Vocal samples meet one. Да? Ищем вокал здесь. Meet one. Вот он. Вот этот. Понравился мне. И я его, видите, зациклил. Так, давайте сейчас мы его вернем в обычное состояние. Хотя бы, чтобы оно напоминало изначально то, что было. Слышно, да? И я его очень сильно замедлил. Вот до таких состояний. Накинул на него усиление. Перегруз, короче. И вот такую штуку. Получился интересный звук. Также не менее интересный это вот этот аккордовый звучок. Как вы можете видеть, из того же самого сэмпла он был создан. Сейчас я тоже все отключу. Вот эти вот два главных пацанчика. И слушаем, как он... Пожалуйста. То есть, если мы берем только ниже... С перегрузом. Поняли, да? И вот с этой штукой. Чувствую себя небольшим гением, конечно. Да. Вот. Ну и в целом записал свой вокал. На что, внимание, на iPhone 8, на просто диктофон. Потому что, ну, нет у меня сейчас возможности на микрофон записывать, поэтому записал так. Но тут миллион обработок всяких, и поэтому не сильно слышно, как там, как это вообще, насколько некачественная запись. Поэтому вот вокал. Я не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь. Я не боюсь, не боюсь.
опять все лагает. Короче, поделился с вами вот такой штукой. А, забыл, бас. Так, поехали, бас. Открываем, слушаем. И вы можете видеть, что опять же вокал Sample Smith One. То есть из того же этого кусочка сэмплов, да? Давайте его попробуем поиграть им. Вот он. Просто с другой обработкой, более на низы. Видите, вот тут все подрезано. И спускаемся. Все. Ничего сложного. Поэтому, друзья, можно сделать песню из всего что угодно. И этот проект, вот, который вдохновил меня на, вот, вот, на этот интересный звук. О чем это говорит? Что иногда вдохновение получается даже как бы, ну, из каких-то простых вокальных штук, да, то есть из ладошка, вот из звуков ладошек можно сделать бочку. Там, я не буду показывать, долгая история, я там, блин, часа два сидел, чтобы из клэпа сделать хорошую бочку. Вот, но смысл в том, что из всех этих звуков мы можем все равно создать что-то. И я вот с вами делюсь тем, как я вдохновился, создал вот эту идею и написал песню. Но самое, что интересно, пока песню я выкладывать не буду. Какой ужас, я прошу прощения за вот эти звуки. У меня тут постоянно кто-то ходит. Вот, и песню пока выкладывать не буду, потому что нет у меня ощущения, что вам вообще интересно, что я делаю. То есть я делаю, а всем как бы, ну, окей. Пока 100 комментариев не будет, типа, а где песня? Никакой песни. Буду на лейбл ее кидать куда-нибудь, куда угодно, но я не чувствую, что вам интересно то, что я делаю. Поэтому, но без негатива. Без негатива, значит, покажите мне, что вам нужно, тогда я вам дам. Вот так вот будет. Ну и все. Всем хорошего дня. Вдохновляйтесь, занимайтесь любимым делом. Любите родных и близких. Берегите себя. Всем хорошего настроения. Пока-пока.